так вот у нас положили асфальт. Что там, нормально видно? Да. Вот, вот этот асфальт. Смотри, его если сломать. Я руками поднимаю. Вот этот вот. Вот такой асфальт у нас кладут дорожники в Ухте. Стоит этот асфальт охрененных денег. Жаль только, что он весь повываливается, потому что он не, никак не, ничем не цепляется за нижние слои. Ой, как красиво, ой, как хорошо, ты прям в лужу, ты прям гоняешь. Молодцы, давайте, ребят, давай. To the surface, correct? Correct. No, we, no, we want rock on top. Oh, I'm, no, I was. So, what point? Yeah, are you, correct. We'll be right back.
Самому-то как такую работу делать? Не стыдно? Как что стыдного? Некачественно делаешь. Чего ж ты на песок-то ее льешь? Вот это вот дело. Ты чего ж на песок-то это льешь? Мне так сказали, я так и делаю. А кто сказал? Начальство. А кто? With a specially formulated, high-impact, quick-setting compound that creates a vehicle-friendly road within seconds, our 2,500-strong pothole assist teams will begin smoothing out problems on Britain's highways soon, so we can all look forward to a less bumpy... Будет держаться этот асфальт? Ну сколько продержится? Месяц продержится точно. Месяц продержится, да, а потом снова? А потом будут срезать и будут класть асфальт другой.